Дорогой зритель, если у вас есть собака, вы по праву можете считать себя счастливым человеком. Ведь, как известно, преданней собаки нету существа. Доброе утро! Давайте знакомиться. Эту прекрасно озорную барышню зовут Ляля. И она ищет новый дом. Ляля нашли на дачных участках недалеко от столицы. Благодаря добрым людям она смогла избежать участи бродяжек и взята под опеку. Теперь она ищет новый дом и любящего хозяина, которому подарит всю свою любовь и ласку. Да, Ляля? Хорошая собака. Ляле чуть больше года. Она привита и обработана от паразитов, приучена к выглу на поводке и неприхотлива в еде. Ляля, собака позитив, она всегда поднимет настроение и вылечит от любой хандры, когда нужно подать тапочки, и всегда будет радоваться приходу хозяина. Судите сами, это наша первая встреча, и посмотрите, она прям проходит на ура. Ляля очень ласковая и добрая собака, ничего не грызет в доме, подойдет активным молодым людям, в том числе и с детьми. Мы уже практически год снимаем эту рубрику. Скажу вам, как на духу, это одна из самых спокойных и дружелюбных собак, которые мы снимали. Характер золотой, как видите. Спокойная, изящная, в меру самоуверенная собачка. Всегда рада обществу человека. Да и в принципе, ну посмотрите, какая милота. Ляля. Одним словом, Ляля. Каждый из нас хочет быть частью большой дружной семьи. Наша Ляля не исключение. Давайте подарим ей шанс найти свой новый дом. Звоните по телефону, указанному на ваших экранах, и пусть каждое бездомное животное найдет свою дорогу домой.